Пиздец! Уроды! Это важно, мать вашу! Эй! Алло! У меня уже жопа затекла вас ждать! Это кто? В смысле кто? Ты как вообще, в порядке? Арендодатель твой на связи, идиот! Кстати, как вам там, уютно? Господин Хименюк! Михаил, я тут немного занят. Рад, что тебе все нравится! Надеюсь, оставишь помещение в таком же безупречном состоянии, в котором получил. Тебе очень повезло. Ты в курсе? Ладно, к делу. Антон и Оливер с тобой. Антон, его убили. А? Жаль. Он был реально хорошим парнем. Возможно, даже слишком. Чувствую, это моя последняя сигарета его добила. Не думаю. Чего тебе, Миша? Мне надо, чтобы ты мне тоже помог и удалил базы данных НАР. И пока ты не начал ныть... Да, я в курсе, что ты не по этим делам. Я тебе расскажу, как это вообще делается. Хорошо, давай, порассказывай. Всем привет, ребят, всем кукусики. Согласиться? Давай. Согласимся. Надо использовать любую возможность нагадить нар. Ладно, я в деле. Вот это по-нашему! Отправляйся к зданию в комплексе Дуги. Я буду на связи. Так, здание комплекса Дуги. Хорошо, идемте. Идемте. Слышал твою беседу с Михаилом. Только не говори, что ты и правда пойдешь. Михаил немного специфический. Но вот идея напакостить нар очень здравая. Так мы выиграем время. Да он настоящий социопат. Ты ему веришь? Нет. Но это не значит, что я не буду иметь с ним дел. Он нужен нам только из-за этого склада. И, честно говоря, сейчас от него больше головной боли, чем пользы. С другой стороны, вдруг что интересное найдешь? Даже не знаю. Неа, слишком рискованно. Лучше забудь о нем. Думаю, я все-таки попробую. И посмотрю, как пойдет. Очень не советую. Я таких людей знаю. Он ведет себя так, будто овсянку по утрам кокаином заедает. Спасибо за твои мудрые советы. Но давай пока что свернем дискуссию. Так, я смотрю, вертолеты летают. Нас начали искать. Ага, комплекс какой? РАР. Куда надо идти? Что это? Не может быть! Нет! Нет, нет! Так, а что со здоровьем? Алло? Игорь, это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Так, помоги, женщина, прекращай, ты меня отпугаешь. Умереть. Игорь. Слышь, Танюха, будешь меня напрягать? Я сейчас развернусь домой, пойду и все. И не будут тебя искать, понятно? Так, что произошло? Можем ли мы открыть что-то? Ага, карта не работает. Ладно. Время. Что такое время, Игорь? Прямая линия? Стрела, выпущенная на заре творения и летящая в бесконечность? Универсальная константа, которую не изменить? Или что-то большее? Четвертое измерение, которое все-таки может меняться? Замедляться, ускоряться, даже сжиматься или обращаться вспять? Что-то, что может принимать форму космических... Ты прибыл на базу израненным и обессиленным. Но ты не смог назвать Оливеру правильный пароль. Давай, Игорь, измени прошлое. Руки вверх, так чтобы я видел. Пароль! Так, назвать правильный пароль, потратить 3 кристалла. Блин, а я не хочу тратить 3 кристалла. Ну ладно. Ностальгия. У нас нет времени на игры, Оливер.
Разве ты не видишь, что это я? Ты сам выбрал пароль. Давай просто придерживаться правил. Ладно, заходи. А если бы ты мог поменять любое свое решение? Означало бы это, что ты вернулся во времени назад? Или создал альтернативную вселенную? Это твой шанс изменить принятые решения. Шанс перекроить ткань пространственно-временной реальности. Шанс изменить последовательность событий. Мы еще можем быть вместе, Игорь. Но ты должен узнать всю правду, если действительно хочешь найти меня. Так хорошо, каждый кристалл представляет собой одно воспоминание, которое вы можете изменить. Используйте знания боль прошлого и будущего, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Сашко предложил тебе уничтожить Око Москвы или действовать в собственных интересах. Ты решил улучшить КПК. Так, изменить воспоминания, забыть, изменить воспоминания. Я так и не понял, это бахнуло. Это что бахнуло? Ладно, изменить воспоминания. Измени прошлое, Игорь. И посмотри, к чему это приведет. Да, давай. Чё так долго? Что? Зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа что ни минута, то новая проверка. Ну хоть плать нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит? Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Но не думая, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я бы тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь завали и слушай внимательно, что старшие говорят. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку и прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. С чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свое. Так, взвесить все варианты. То есть ты хочешь, чтобы я или дугу взорвал, или забрал вот эту улучшенную штуку? Я ничего не хочу. Я ж сказал, повторю, тебя вдруг ты не услышал, это он хочет. Лично мне вообще на тебя насрать. Я свое дело сделал. Совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно. Но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Так, уничтожить радар. Да, давайте уничтожим. Хорошо, хорошо. С этим мы справились. Ладно, идемте дальше. Надеюсь, это как-то на что-то повлияло. Привет. Обыскивая убежище таракана, ты отключил ловушки. Теперь бойцы НАР легко могут попасть сюда. В надежде застать их врасплох, ты активировал ловушки заново. Оставить все как есть. Это решение мы не будем Эти изменять. Эти события еще не произошли, а наше будущее не предопределено.
Возвращайся позже, Игорь. Понял. Хорошо. А эти тоже, да, не произошли еще? Так, что тут еще? Блин, мы с вами тратим столько... Сколько у нас осталось? 11. 11. Ты нашел припасы, но кто-то другой добрался туда первым. Ты убил его и забрал все себе. Ну, так как он мог нас выследить. Оставить все как есть. Это мы тоже менять не будем. Блин, мы с вами радар. Радар теперь у нас будет меньше. Ну, ладно. Хрица, изменили, так изменили. Пошли. Все, можем ложиться спать. Так, все воспоминания в последовательности событий будут перезаписаны. Ага, да, давайте. Так, мы с вами изменили только... Да, то, что мы взорвали. Хорошо. Ну, взорвали и взорвали. КПК работает. Не так сильно, как хотелось бы, но ничего страшного. Так, что тут? Угу. Ничего посмотреть нельзя. Ладно. Идемте смотреть, что изменилось. Есть там кто? Эй! Да ответьте уже наконец! Уроды! Это важно, мать вашу! Эй! Алло! У меня уже жопа затекла вас ждать! Это кто? В смысле кто? Ты как вообще, в порядке? Арендодатель твой на связи, идиот! Кстати, как вам там, уютно? Господин Хименюк! Михаил, я тут немного занят. Рад, что тебе все нравится. Надеюсь, оставишь помещение в таком же безупречном состоянии, в котором получил. Тебе очень повезло. Ты в курсе? Ладно, к делу. Антон и Оливер с тобой. Антон, его убили. А? Жаль. Он был реально хорошим парнем. Возможно, даже слишком. Чувствую, это моя последняя сигарета его добила. Не думаю. Чего тебе, Миша? Мне надо, чтобы ты мне тоже помог и удалил базы данных НАР. И пока ты не начал ныть... Да, я в курсе, что ты не по этим делам. Я тебе расскажу, как это вообще делается. Не, спасибо. Миша. Я тебе не мальчик на побегушках. Я заказчик. Вот так? Да? Думаешь, я не в курсе? Что вы там только и делаете, что бегаете по округе и валите говнюков из нар? Так что на туриста ты не сильно похож. А ты не слишком-то похож на доброжелательного парня. Ладно, я подумаю. Вот это по-нашему! Отправляйся к зданию в комплексе Дуги. Я буду на связи. Так, идемте обратно. Привет. Слышал твою беседу с Михаилом. Только не говори, что ты и правда пойдешь. Михаил немного специфический. Но вот идея напакостить нар очень здравая. Так мы выиграем время. Да он настоящий социопат. Ты ему веришь? Нет. Но это не значит, что я не буду иметь с ним дел. Он нужен нам только из-за этого склада. И, честно говоря, сейчас от него больше головной боли, чем пользы. С другой стороны, вдруг что интересное найдешь? Даже не знаю. Не, слишком рискованно. Лучше забудь о нем. Думаю, я все-таки попробую. И посмотрю, как пойдет. Очень не советую. Я таких людей знаю. Он ведет себя так, будто... Овсянку по утрам кокаином заедает. Спасибо за твои мудрые советы. Но давай пока что свернем дискуссию. Так, не будет взрыва, не? Блин, тут вертолеты летают, нас ищут, да? Это, наверное, из-за того, что мы... валим солдат. Ладно. Комплекс Дуги.
Где этот комплекс дуги? Так, око Москвы, это не то. Так, взлом серверов, ага. Со мной связался Михаил, у которого я снимаю убежище, он хочет... Так, ну что, поможем? Попробуем. Давайте попробуем. Так, погоди, стой. Отмена, что мы тут можем с вами... Выброс продуктов не то. 66, 88. О, давайте назначим сюда. А сами пойдем вот сюда. Хорошо, начать? Да. Главное сейчас быть аккуратными, потому что много вертолетов и нас ищут. И... Ты правда доверяешь Михаилу? Нет. Может, этот чокнутый тебя просто загипнотизировал, и теперь ты хочешь проверить, насколько глубока кроличья нора? В определенный момент назад пути не будет, и ты окажешься на прицеле у нар. Я как-то и в тебе сомневаюсь, Танюх. Чё-то как-то странно и непонятно это все. Я понимаю, там любовь, осисяй. Но она меня пугает. Но она меня пугает. Так, давайте смотреть, куда нам нужно идти. Ё-моё, далековастенько. Далековастенько, хорошо. По дорожке, по дороге. По дороге. Так, не туда. Туда. Так, мы этой по дороге пойдем и налево, да? Так, так как мы радар с вами поломали, у нас теперь будет работать только на коротком расстоянии. Ну, и ничего страшного. Главное, что мы изменили с вами немножко будущее. И, надеюсь, сделали правильно. Но то, что мы не спасли с вами предателя... Ну, извините, уже как есть. Как говорится, уже как есть. Так, ага, тут радиации много, я смотрю. А сюда и можем пройти? Да, можем. Тихо. Ага. Все. Понял. Есть ли там что-то интересное для нас? Я думаю, нет. Так, где наша радиация? Так, лечебная мазь успокоительная. Давай, используем. Раз. Используем. Два. Используем успокоительные. Стоит ли вообще туда топать? Ой, давайте забьем, давайте. Или нет, или мы не можем забить. Что мы пропустили с вами? Мы пропустили с вами поворот. Хорошо. А поворот, значит, у нас где-то должен быть вот тут. Во, вот так, по прямой. Блин, ну тут радиация бьет, ребят. Тут реально бьет радиация. Не, даже не хочу смотреть, что там находится. Даже если что-то важное для сюжета. Не хочу. На крайняк потом назад вернемся. И посмотрим. Так. Правильно идем? Да, вроде потихонечку, но правильно. Я, Татьяна Амалиева, беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья. И обещаю любить тебя, чтить и уважать. Быть тебе верной и не отрекаться от тебя. Пока смерть не разлучит нас.
Уже разлучила, Танюх. Уже разлучила. Это что такое? Зачем на меня оружие наставил, Вару? У нас есть проблемы посерьезнее. Как ты меня назвал? Живо на землю! Не хочу тебя расстраивать, но здесь бегает монстр, которого ты своей мелкой куколкой не испугаешь. Нам надо убираться отсюда. На землю, быстро! Повторять не буду. Стреляй, если хочешь, имбецил недоразвитый. Перед дикарями я колено не преклоню. Эй, не смей! А почему я не могу стрелять автоматически? Я что-то не то сделал? Благодарю тебя, гражданин. Я вижу, ты хороший человек. Не то, что эти вандалы. Надо только дыхание перевести. А нам разве не нужно убегать от монстра? Что? Не беспокойся, я выдумал это, чтобы избавиться от тех дикарей. Правда? Тебе эта шутка чуть жизни не стоила. Audentum est fortis, audio tips avinus. Это латынь? Что это значит? Это значит, тебе нужно было лучше учиться в школе, гражданин. А теперь иди, пока настоящий монстр не объявился. Так и пойду. Так, я не могу понять, почему. Почему у нас оно... не автоматически оружие стало. Это из-за глушителя или что? Вот, то есть я стреляю одиночными. Да, да, бред, 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 бред. Ладно, но зато с глушителем хотя бы. Хотя бы зато с глушителем. Ну, то есть, да, вы понимаете, что я нажимаю, но тут же не так, как в PUBG. Здесь переключаться между режимами нельзя, я так понимаю. Давайте посмотрим. Ну все, я просто убрал оружие. Да. У нас она теперь как снайперская винтовка идет. А это вот уже печалька. Это уже печалька. Потому что придется таскать с нами с вами. С нами с вами придется таскать два Калашникова. Так, сюда и пройдем. Будет бить радиация, нет? Так, главное не забыть, как говорится, ребят, напомните мне посмотреть по поводу автоматической стрельбы. Что не так, что случилось? Почему у нас с вами оно так... Почему так все произошло, так сказать? Не, в принципе, это я не против пострелять и одиночными, но вот когда монстры будут нападать, а у нас будет с вами только дробовик, вот это вот будет печалька. Мы пришли куда надо? Да, пришли куда надо. Давай поговорим. Ты на месте! Отлично! Теперь к делу! Так, спросите задание, спросите Татьяне. Давай это Танюхе спросим. Сначала я хочу кое-что спросить. Я ищу женщину. Женщину? Ну, баб здесь немного. Тебе бы в Киев или хотя бы в Славутич. Я не о проститутках. Я ищу конкретную женщину. Татьяну Амалиеву. Прости, не видел здесь никаких Татьян. Слушай, время идет. Давай уже к делу. Вот и славно. Начнем с того, что у каждой миссии должно быть кодовое имя. Причем имя это лучше всего брать с потолка. Есть
читать мысли. Плевать. Необычно, но нам не подойдет. Как насчет Панцеркампфваген? Что, нравится, а? Отлично. Короче, я узнал, что мобильный пункт связи проезжает тут раз в неделю. Внутри ноутбук. Вот он-то тебе и нужен. И? И ты загрузишь хак, который откроет тебе доступ. Я тебя проинструктирую. Хорошо. Надеюсь, все сработает. Полная готовность. Машина уже едет. Начнем операцию «Панцеркампфваген». Все. Погнали наш «Панцеркампфваген», дружище. Конец связи. Ну и названечко. Это как Game TV Channel YouTube. Так, погоди. Кампфваген. Это сюда, да? Взлом сервера. Хорошо. Хорошо. Конечно, плохо то, что у нас на калаше одиночными стоит сейчас. Блин, можно было бы домой, конечно, вернуться, но у нас сейчас скипнется это задание. Так что ладно, уже потерпим. О, сюда. Ага, вон челики. Да не-не-не, меня не видно, ты чего? Прекращай. Меня не видно. Можно ли их не трогать и пройти? Вот это вот мне интересно, можно их ли их не трогать и просто пройти, загрузить? Как говорится, ни капли в рот, ни сантиметра назад. Так. Можно ли пройти сюда к вам, не трогая вас? Фу-фу-фу. Видите, здоровый образ жизни, ребят. Оно... Ой, ё-моё. Оно вам не надо. Так, ладно, ладно. Ты дальше проходить не будешь? Вот вроде мелочь, знаешь, вот вроде мелочь в играх такая, что переключилась на одиночный режим, но уже напрягает лично меня. Кажется, начинает меня мулять, я хочу это поменять. Все, ты спишь, ты просто отдыхаешь. Тебе комфортно, хорошо, уютно. Черт побери. Так, можно ли дальше вас не трогать, или мне перебить вас придется всех? Михаил, ноутбук у меня. Говори, что делать. Крутяк! Вообще огонь! Теперь набери www.hardisalonelyhunter.ru и нажми Enter. Загрузи последний файл в колонке. Называется Sweet Lonely Boy Will Meet Sugar Mom. Крутое имя, скажи. Запускай файл. Суперская. И вуаля! Теперь у тебя есть доступ к их базе данных. Если ты, конечно, ничего не напутал. Теперь следующий шаг. Добраться до вышки связи и нанести последний удар. Кстати, Игорь, пока ты не ушел, поищи там чего-нибудь, что тебе надо. Ты же вроде как хотел Татьяну найти.
Так, согласиться с Оливером, рассмотреть другие варианты. Можем сначала порыться в базе, а потом удалить ее. Что это такого? И здесь именно за это нельзя упустить возможность узнать о чем-нибудь. Да, Оливер давай. Оливер прав. В базе НАР должно быть что-то и о Татьяне. Какого хрена? Нельзя этого делать! Если ты начнешь там рыться, они залочат доступ, и мы упустим шанс выкрутить их цифровые яйца! Не забывай, что тебе еще надо добраться до вышки связи и загрузить вирус! Ты сможешь их как-то отвлечь? Ну, конечно же! Ай, я прямо ждал, когда ж ты это спросишь? Так, вообще беспалевно, да? Вообще беспалевно стоим. Ага, все. Уходим, ребят, уходим. Даже не будем их трогать. Даже не будем их трогать. Так, что нам осталось? Так, ну это солдат, это понятно, да? А нам нужно вот сюда. Сможем ли мы сюда пройти сюда? Или стоит лучше вернуться на дорогу? Так. Давайте, наверное, вернемся на дорогу. А там уже... Ну, перепрыги. О. А там уже по дороге сюда, правильно я понимаю? Да. Так. Все, пошлите. Хлам пока мы слутать не будем, я думаю. Давайте выполним задание по Шурику. Давайте по Шурику выполним задание. Но там, по-моему, блокпост сейчас будет. Если я не ошибаюсь. Не знаю, можно ли их валить, либо лучше потихонечку пройти незаметно в режиме стелса. Ой, ё-моё. Так, бонжур. А вы тут отдыхаете, да, лежите, я смотрю. Мистер. Так, я не понял, ты кто? Володя. Ага, Володька, ё-моё, здорово, Володь. Это ты, Володь, понял. Володь, а мне дальше надо. А еще тебя не застрелил, Володь. Ты прекращай. Радиэйшнс. Радиэйшн. Блин, а я броню не сделал броню. Ладно, пробуем. Пробуем с радиацией пробежать. Эй! Эй, там! Как дела, уроды? Вот такая, значит, у вас работенка, когда вы не торчите в Сирии. Вижу цель! Второй этаж! Не упустите его! Так, какая цель? Это не я. Я не цель. Ё-моё. Он сам себя подорвал, что ли? Чёрт! Михаил! Миша! Я в норме! Выбирайся оттуда скорее! Да не волнуйся ты за меня! Просто сотри сервера! Зайди на www.hardisonlyhunter.ru и скачай Smelly Panties of Doom и запусти!
И жаль, что ты не сможешь поискать, что хотел. Можно ввести только одну команду, потом тебя выкинет. Так что без опечаток там. Нахер этого маньяка, Игорь. Запускай поиск, пока еще есть шанс. Ну. Ладно, удаляем, удаляем. Ребят, удаляем. Обещали, значит, удаляем. Готово. Надеюсь, вам это не понравится. Так. Кажется, таки извиняюсь, ребят, но обещали. Я бы, конечно, с радостью поговорил бы с союзниками на своей базе, чтобы потренироваться, но у меня их нет, у меня только один Оливер. Все, задание мы выполнили. Что тут здесь у нас? Честно, не хочу пока сюда отправляться. Давайте будем по сюжетке, давайте будем по сюжетке. Сколько у нас всего? 11, 11, да, отлично. Давайте домой и посмотрим, почему у нас коллаж с вами перестал быть автоматическим. Меня больше это парит. Просто если мы сейчас бы пускали птанюху, я понимаю, они подняли б... Угу, спасибо. Подняли б кипиш бы. И у нас бы вообще ничего не получилось. Так, самое главное, починить броник, починить броник. Отправиться в рейд. Не, погоди. Ты мне хочешь что-то сказать? Минутка. Да, давай. Для тебя всегда. Не могу перестать думать о том, что случилось с Антоном. Понимаю. Мне очень жаль, Оливер. Знаешь, он ведь был хорошим парнем и моим другом. Я все думаю. Могли бы мы что-то сделать иначе, чтобы спасти его? Ты ведь понимаешь, о чем я. Прекрасно понимаю, Оливер. Прекрасно понимаю. Блин, а можем ли мы изменить наше будущее? Потренироваться? Давай потренируемся. Слушай. Да, может... давай сейчас пропустим. Не, нельзя. Нельзя отказаться. Давай в другой раз. Да, ну, давай, скажешь, давай в другой раз. Так, уйти. Что я хотел? Я хотел сначала починить наш броник. Где мы чинить броник будем? Погоди, где пластины? Ага, вот они. Так, раз. Два. Погоди, стой, 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 стой. Почему у нас с вами... Почему у нас с вами не автоматическое? Это из-за этого, да? А, сделать всего лишь один выстрел. Вот оно. Модификация спокойный механизм позволяет вести огонь короткими очередями по три выстрела. Нет. Американский механизм повышает скорострельность и точность стрельбы. Не, давайте скорострельность и точность стрельбы, ребят. Криса, я таки извиняюсь, но... Нам нужна скорострельность и точность. По одному выстрелу, ну, такое себе удовольствие. Так, пластинка 2. Все? По-моему, или еще одну надо? Все, мы полностью с вами починились. Хорошо. Отлично. Идемте. Отмычки есть. Отмычки есть. Три штуки, да? Где они, да, есть. Патрошки вроде пока мест тоже хватает. Но можно сделать, я думаю. Все, лишними не будут. Давайте прятать вещи.
Во, у нас грибов много. Может построить ферму еще с грибами или пока мисс не стоит. Так, патроны для револьвера, револьвера, револьвера. Я тут видел одну штуку. Так, не эту штуку. Короче, можно, по-моему, построить... Где же она была? Где же эта штука была? Так, промышленная печь. Инструмент для резки металла. Нет, не то. Нет, не то. Погоди, погоди. Я где-то видел штуку, которой мы сможем, типа, воскрешаться. Так, это тоже не то. Это, по-моему, для улучшения. Да, костер. Так, что нам не хватает? Приводит к самоуничтожению, убивая себя таким образом, вы сохраните все ваши предметы. Вот. Типа, когда мы будем убивать себя, мы сможем сохранить все предметы и, по-моему, воскреситься на базе, не потеряв ни одного предмета, правильно? Если вы понимаете, что попали в безнадежную ситуацию, она позволит вам закончить жизнь быстро и безболезненно, да. Нам нужны будут с вами химикаты, и надо будет его построить и не забыть. Нужно будет найти 8 химикатов. Разбирать базу я не буду, пока месь. Нужно будет найти 8 химикатов и построить по-любому. Так, что тут новенькое, что-то появилось? Не, ничего не появилось. Так, давайте спадки, давайте отдыхать. Давайте отдыхать и смотреть, что нас ждет дальше. Так, 19 день утра. Всем доброе утро, ребят. Так, ничего не поменялось? Нет, ничего не поменялось. Эй! Алло! Черт, есть там кто? Михаил, ты в порядке? Не особо! Я подорвал здание! И застрял в нем! А еще здесь есть... Здесь что-то есть! Поторопись! И захвати противогаз! Ищи в здании возле памятника! Ты умный парень! Думаю, сразу разберешься! Надо было мне... Надо было мне раньше подумать про эти бочки! Этот газ! Мощная штука! Мне мерещатся голоса! Какие-то... образы! А может, это и не газ вовсе? А наркота, на которой он сидит. Но я все равно не могу его там бросить. Что за хрень? Это еще что? Оно пытается меня схватить. На помощь! Хорошо, хорошо, противогаз. Я так понимаю, нам нужно будет противогаз ему дать, да? Потому что у нас один есть, а второй есть. У нас противогаз нет. Второго у нас противогаза, к сожалению... Нету. А что нам нужно для постройки противогаза? Погоди. Так, что нам нужно для постройки противогаза? Так, лаборатория, гибкий станок. Угу. Позволяет изоталивать, обрабатывать резину. Уплотнитель это не то. Разбирает... Ага, на ресурсы. Классная штука. Изготовить отмычки, чернобылит, ага. Так, это не то. А где у нас тут противогазы? Позволяет издать револьвер. Угу. Дробовик, винтовка, арбалет. Так, угу. Это не то. Так, пистолет Макарова, хорошо, это тоже не то. Так, это броня, позволяет... Ага, ага, ага. Так, стой, а где я видел, тут можно противогазы делать. А, вот оно. А нас не хватает
А нас с вами не хватает. Угу, двух химикатов. Двух химикатов. Хорошо. Давайте смотреть, что мы сможем с вами разобрать, сделать противогаз и вернуть обратно. Так, плюс один химикат, плюс один химикат, да? Ну, сори, сори, придется пожертвовать. Придется пожертвовать этим. Так, во. Позволяет противогаз, да, давай, иди сюда. Да твою ж. Угу. Нужно смотреть, что еще можно разобрать. Что еще можно разобрать? Химикаты. Две штуки. 180. Если я уберу, сильно повлияет. Что у нас вообще такое? Так, агрегат для чистки воздуха. Ладно, прости, агрегат. Качество воздуха 116. Да, думаю, пока мисс хватит. Думаю, пока мисс хватит. Все. Хорошо. Противогаз есть. Раз, два. Есть, да. Это мы можем разбирать. Это мы, в принципе, можем разбирать. И давайте построим. Давайте построим, давайте построим. Что мы можем построить? Очиститель воздуха. Где у нас тут? Не. Давай зелень. Ага, не можем. Хорошо. Так, качество воздуха. Во, зато маленький можем поставить, правильно? Воздух, очиститель. Да, можем. Сюда можем впихнуть его? Можем. Отлично. Все. Грибочки, конечно, надо будет потом назад вернуть. Ну, ладно, это уже такое. Так, пошлите спасать нашего друга. Что там по времени? 47 минут уже, да, идем? Окей, давайте, наверное, спасем его. И на этом и закончим серию. Видишь дым возле радара Дуга? Уверен, это дело рук твоего нового друга Михаила. Так, радар Дуга, радар Дуга. Угу. Окей, мы туда отправимся. Давай посмотрим, куда мы сможем отправить нашего Оливера. Да. А сами давайте пойдем поможем Михе. Главное, что противогаз есть. Если бы не было противогаза... Милый мой Игорь, ты как старая черепаха, которая перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них — скорпионы. А скорпионы жалят. Такова их натура. Блин, ты нюх, ты меня с мысли сбила. Что-то хотел такое сказать. Ладно, неважно. Скорпионы так скорпионы. Ну, не, мы в принципе могли бы не идти туда, не спасать его. И забрать бы себе склад бы бесплатно, так сказать. Ну... Мы ж так не поступим, да? Все, идем. Как там? Чи-чи-чи-пи-дэл. К вам спешат. Чи-чи-чи-пи-дэл. Так, идемте просто по дорожке. Идемте просто по дороге. Если будет возможность, то залутаемся. Нам нужны эти какие-то компоненты. Нам нужны компоненты будут. Так. Стоять. Это что такое? Что по здоровью? По здоровью нормально. По броне. По броне тоже вроде бы. Так, а что это огонь тут светится? Ты кто? Непонятно, непонятно. Здорово. А ты все торгуешь, да, тут? Привет, привет. Привет. Хочешь поторговать? Да, давай. Не могу не спросить.
Так, я пропускаю. Знаком? Да, пропускаю. Давай поговорим. Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя. Татьяна. Татьяна Амалиева. Она работала на электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, 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 друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я как Гордон Гекко, только умнее. И как Джек... Удачи. Понял, удачи. Удачи, удачи, удачи. Так, обменять пайки на снаряжение, обменять снаряжение на пайки. А ну... Ладно, Атлант, расправивший плечи. Давай посмотрим, что, покажи, тебе что есть. У тебя есть. Угу. Фильтры, фильтры, фильтры. Ладно. Думаю, я пока наторговался. Удачи с твоей империей, Атлант. Ха, спасибо. Но удача мне ни к чему. Так, пошли. Пошли обратно. Пошлите обратно. Так. Угу. Сейчас направо и по прямой до конца. Так, давайте не отвлекаться, наверное, на все эти штуки, что тут есть. Ага, монстр ходит, слышите? Так, мы сюда сможем пройти? Или куда нам нужно идти? Угу, в обход. Так, ну тут взрывчатка нам нужна, да? Да, тут нам нужна взрывчатка. Взрывчатки у нас нету с вами. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты чего? Ты чего? Фу-фу-фу, фу-фу-фу. Так, все. Лечебную мазь мы использовали. Отлично. Отлично. Так, а здесь дальше нам понадобится противогаз, правильно я понимаю? Так, давайте одевать противогаз. Использовать. И давайте возьмем в руки, наверное, калаш. Идемте смотреть. Ой, ё-моё. Погоди, погоди, погоди. А что ты тут делаешь? А где же наш друг Миха? Миха. Привет. Ёбаная Припять. В какой момент я свернул не туда? Ой, не говори. Давай, назад иди. Все, давай, спокойной ночки. Блин, Антоха, если мне не понадобится противогаз тут, я ж себя падла. Ага, мы нашли противогаз, понимаешь? Мы на месте здесь нашли противогаз. То есть мы могли с вами и не разрушать... Могли с вами, в принципе, не разрушать наши грибочки. Ну ладно, ладно. Ладно. Что поделаешь. Так, это, по-моему, монстры кричат. Так, Антон, ты где? Алло. А. Ты где от меня прячешься? Сиди ты от меня прячешься. Что там? А, крыса, наверное. Да по-любому крыса. Слышь, Антоша? А ты где? М?
Антоши тут нету. И Миша, Миша вот тут, а. Понял, это нам нужно было за противогазом прийти. Ой, фу. Фу-фу-фу. Я мог бы даже и не париться, а просто, наверное... Не знаю, я к рыбе отношусь как-то вообще нейтрально. Да, ребят, если будете это проходить, то можете не париться. Ой-ё. С противогазом. Противогаз вам дадут. Так, мы правильно движемся? Нет, неправильно, нам туда надо. Надеюсь, попадутся бешеные собаки. Всегда хотел собаку пристрелить. Ой, нет, не хочу участвовать в перестрелке. Я не хочу участвовать в перестрелке, ребят. Все. Так, все, отдыхай. Блин, ребят, вы меня бесите, серьезно, я его сейчас просто всех перебью. Прошел бы себе спокойно, не знаю. Хлебушка с вами поделился. Ё-моё. Так, а если я сниму сейчас противогаз? Вот что-то поменяется? Потому что я ничего не вижу, если честно. Не знаю, как вы, ребят, но я вообще ничего не вижу. Так, нам сюда идти? Да. Прямо и налево. Так, побежали. Так, налево. Все, вроде правильно идем. Блин, у меня до сих пор горит от этого гребаного противогаза. Зря только грибочки разрушил. Ага, оно еще горит, здание. Так. Как проникнуть сюда-то? Как сюда зайти? Кто мне скажет? Так, ну тут, я так понимаю, нам уже понадобится противогаз использовать. Тут уже противогаз понадобится, да? Так, ты где? Идея, как тебя найти. Твою ж. Алло. Это ты? Миша, подъем. Пора идти. Ах ты ж. Ах ты, падла. Это не Миша. Видимо, какое-то отравляющее вещество. Может, смесь 78. Даже противогаз не спасает. Надо найти Михаила и свалить отсюда поскорее.
Так, Миха. Миша, зайчик. Ах ты, падла. Вот это прикол. Прости меня. Миш, пошли. Прости. Ты кто? Мамочка, ты принесла кристалл? Зеленый кристалл. Он мне очень нужен. Он про метамфетамин, что ли? Этот парень и правда нарко какой-то. Сзади! Сзади! Так, что там сзади? Чёртовы кристаллы. Зелёный кристалл. Очень нужен. Пожалуйста. На. Мамочка. Забирай. Забирай, или тут еще буду сейчас. Слышь? Михаил, вы не хотите отсюда уйти? Нет ли у вас такого желания покинуть помещение, не? Что мне нужно сделать? Что ты от меня хочешь? Михаил в беде. Михаил. Да твою ж. Чертовщина. Так, все, пошли отсюда, Миш. Миша? Да твою ж. Михаил! Это не смешно. Газа все больше. Если не уберемся сейчас, останемся тут навсегда. Твой любимый сыночек идет к тебе. Мамочка! Игорь, ты как тут оказался? Ух ты, боже мой! Это все я натворил? Мы еле ушли живыми. Похоже, противогазы бракованные. Но галлюциногенный эффект сходит быстро. Я прямо с ног валюсь. Показалось, что вижу маму. Это я умирал, что ли? Оставь меня тут! Позвать его с собой. Позвать его с собой. Пойдем со мной на базу. Тебе не помешает отдых. Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал... И ты сможешь вернуться на базу. Так, отлично, отлично. Задание выполнено. Предлагаю нам тоже отправиться на базу, ребят. Потому что ролик и так уже на час, как говорится, затянулся. Идемте на базу. Теперь у нас с вами будет 2 человека. Я так понимаю, жить. Это хорошо. Это хорошо. Осталось найти еще 3. Так, сейчас надо будет дать Михе броню и калашников. И отправлять его тоже на задание. Ты что вытворяешь? Жить надоело? А ты собрался жить вечно, профессор? К тому же это нужно было сделать. Мы выдавили этим уродам глаза и оторвали им уши. Нар остается только корчиться от боли ближайшие несколько дней. Да я про здание это идиотское, которое ты взорвал прямо изнутри. А, это? Ну да. Просчитался, малеха. Я реально не знал, что у них там в бочках. Но оно того стоило. Разве нет? Ух, и наваляли мы этим уродам. Ха! А ты ни минуты не сомневался. Но признай, к
Где-то в тебе сидит хладнокровный убийца. Хименюк. Так, отлично. Отлично, отлично. Давайте смотреть. Ага, сейчас будем делить пайки на вас, да, всех, я так понимаю. Хорошо, хорошо. Если у нас пайки, да, 20 штучек есть. В принципе, можно и пожертвовать. Так, давай. Давай, ребятки, рассказывайте мне, как ваши тут дела. А где Миха, слышь? Вот ты тут отдыхаешь, да? Здорово. Здорово, профессор кислых щей. Чем занимаешься? Сражаюсь с Нар, тенями и чернобылитом. Ничего нового. Сталкерские будни, а? Кстати, ты мне так и не рассказал, как стал сталкером. Ну, это был жутко долгий процесс. Сначала я ничего конкретного не искал. Просто шлялся туда-сюда, изучал города. Когда это перестало заводить, увлекся темным туризмом. Что это такое? Ну, это когда ходишь по местам, от которых мурашки. Катакомбы, массовое захоронение, концлагеря, мавзолей, кладбища, места преступлений. Места, которые словно в тени, напитанные негативной энергией. Я ее всегда ощущаю третьим глазом. В общем, ты знал толк в туризме выходного дня. Что ты надеялся там найти? Думаю, ничего конкретного. Просто хотелось там побывать. Фукусима, Граунд Зиро, на месте падения башен близнецов, катакомбы Парижа. Но когда я оказался в зоне отчуждения, что-то изменилось. Я сразу понял, что останусь здесь. И буду зарабатывать на жизнь, обслуживая других туристов. Большинство из них были идиотами с Запада, которым нужна была нянька. Но это того стоило. Так я и стал Михаилом Сталкером. Осел в Припяти. Вот. Копаюсь в мусоре, торгую, слушаю голоса теней. Разве не круто? Да, очень круто. Но эти твои голоса меня беспокоят. Ты бы не налегал так на радиоактивные грибы? Так, давайте смотреть, что у нас тут. Потренироваться. Да, потренируйся потом с ним позже, показать снаряжение. Хочешь поменяться? Хочешь поменяться? Только давай по-быстрому, ладно? Да, без проблем. Так, давайте, наверное, отдадим ему броник. У нас с вами есть броник. И отдадим калаш. Так, давай сюда броник. Блин, противогазы ваши вот эти вот. Угу. Так, хорошо, давай мне сюда калаш. Так, давай мне сюда наши противогазы, надо будет их разобрать потом. Так, пластинки, все? Броник влезет? Да, броник влезет, давай. Иди сюда, да, держи. Слышь, немножечко уважения, пожалуйста. Хочешь поменяться? Только давай по-быстрому, ладно? Да, давай. На тебе, держи броник и держи калаш. Все, не благодари. Так, ладно, ребят, давайте на этом, наверное, серию и закончим. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Привет, Игорь. Как дела? Да неплохо. А ты как? Не жалеешь, что присоединился к нашему отряду самоубийц? Да брось. Я всю жизнь так живу. После смерти Антона у меня теперь личные счеты. Надеюсь, ты потом об этом не пожалеешь. Тени, Нар, Чернобылит. Попробуй со всем этим разберись. Я как-то встретил юного пирата. Совсем еще мальчишку. Мы с отрядом тогда пытались отбить круизный лайнер у побережья Сомали. Товарищи этого парнишки посадили его на цепь у пулемета, чтобы он не смог сбежать. И сказали ему стрелять во всех, кто попытается подняться на корабль. Он был так напуган, когда увидел нас, что просто застыл. Цепь была слишком толстой, чтобы ее разрезать. Поэтому мы не знали, что с ним делать. Оставлять его у пулемета было не вариант. Можно было его вырубить, конечно. Но прикладом в голову и убить недолго. Так что мне оставалось только одно.
Я разрядил его оружие и сломал парню пальцы. На обеих руках. На всякий случай. После задания мы забрали его в Канаду. Трюдо нашел ему хорошую приемную семью. Я понимаю, что ты чувствуешь ответственность за эту миссию, Игорь. Но я тоже заинтересован в ее успехе. Поверь мне, я готов на все, чтобы довести дело до конца. На все. Верю, верю, верю. Так, ладно, ребят, все. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Всем пока-пока. Да, и не забудь прожать лайкосик, если тебе не сложно. Все, удачи, ребята.